Not an Idol. Эти ребята, они из Молдовы, и они уже известны в Европе. И сейчас они приехали в Россию, в Москву, для того, чтобы показать нам, как они прославляют Господа, их творчество, и просто поделиться с нами и их музыкой. И я говорю вам, христианская музыка жива. Словно слышу твои вои, рядом сердце стук, все отчетливее и ближе, чем дыхание. Время замерло, и будто никого вокруг. О-о-о. Мне казалось, бесконечно этот миг я ждал. Я искал тебя, и ты меня, Иисус, искал. И растопило сердце это ожидание. Бог тот, который наполняет смыслом твою жизнь, наполняет смыслом этот мир, и этот мир, этот город нуждается в Боге. Амин. Мне казалось, бесконечно этот миг я ждал. Я искал тебя, и ты меня, Иисус, искал. И растопило сердце это ожидание. И одна из наших главных целей это проповедовать, это сказать про Бога через наши песни, через нашу музыку и говорить как можно большим людям о Боге и о том, что Он делает в жизни каждого и то, что Он может делать в жизни каждого. Мне сокровищ земных и жизни без тебя не надо.